Так, добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги. Нас с вами сегодня, ну, заметно меньше, чем было вчера, да? Хотя вчера я говорил людям, которые присутствовали на вебинаре, что мы сегодня снова поговорим по маркетингу и поговорим немножко о том, что было, ну, достаточно давно, да, как многие считают, год назад, 2 года назад, например, 3 года назад, когда я только включился в работу в компании Skyway, тогда была компания РСВ, да, тогда не было никаких фондов, тогда были, скажем так, тоже свои дисконты и прочее. Мы часто на презентации рассказываем о том, что при переходе с этапа на этап у нас, ну, достаточно значительно меняется дисконт. Сегодня, в принципе, у тех, кто присутствует, нас не так много, есть возможность, скажем так, проследить. Потому что, я думаю, многие уже забыли даже, да, какие дисконты были у нас, например, в 2014 году, что у нас было в 2015, в 2016 и так далее, и так далее. Мы не будем долго на этом останавливаться, но, тем не менее, мы с вами посмотрим определенные сравнительные таблички. Вот. И я вам обещал, что сегодня, скажем так, те слайды презентации, которые я вчера читал, ну, скажем, уходящий этап, да, по сути дела, осталось только сегодня и завтра. И сегодня уже слайды, по сути, PowerPoint-овской презентации, которую я обычно листаю на партнерской программе, они изменились в соответствии с тем, что будет на 10-м этапе. То есть мы убрали то, чего уже не будет, да, и, скажем так, я наконец-то дополню в особенностях и преимуществах нашего маркетинг-плана пару пунктов, которые я озвучиваю устно, да. Хочу сразу задать вопрос, есть ли среди вас те, которые, скажем так, первый раз слушают маркетинг-план, вот, не знакомы с ним вообще. Если такие люди есть, поставьте цифру 1, вот, а с остальными, скажем, будем сейчас общаться. Если такие люди есть, то мы, наверное, пробежимся по тому, что есть и что будет. Вот, и я хотел бы сразу, наверное, открыть на рабочем столе пару файлов, который загрузил, это касаемо нынешнего времени, да, а потом мы с вами пройдемся по тому, что было. Вот. Итак, все, для вас ни для кого, наверное, не секрет, что переход на следующий этап развития у нас с вами будет завтра, да? Все знают? Есть те, кто не знает, кстати? Если есть те, кто не знает, поставьте минус в нашем чате. Кстати, опять вчера задавал вопрос касаемо того, что надо ли в чатах партнерских, которые у нас есть в скайпе, да, давать информацию о том, когда какой вебинар будет и что о нем будет рассказываться. Вот вчера, скажем так, люди в большом количестве ставили плюсики. Вот, но я огромного количества, по-моему, тех людей, которые были вчера, не вижу сегодня. Вот, вот таким вот образом. Кстати, касаемо того, что мы начинаем в 17 часов, вот написала Любовь из Новокузнецка, да, у нас целый ряд презентаций проходит в это время. Сразу хочу сказать, что в 17 часов у нас презентация по Москве. Это понедельник. Мы говорим непосредственно о проекте Skyway Capital. Да? И 18 партнерская программа у нас по вторникам. Вот. 18 часов у нас снова презентация по четвергам. Да, обычно, скажем так, второй раз партнерскую программу мы читаем для жителей еще более дальнего региона. То есть это восток Российской Федерации, Дальний Восток, Хабаровский край, Сахалин и прочее. Мы читаем в 13. Сегодня почему мы это делаем? Потому что перенесли мы мероприятие с пятницы. В пятницу не будет партнерской программы. Мы поговорим с вами об этом сегодня. Итак, коллеги, никто не поставил из вас, скажем так, циферку 1. Соответственно, все вы информации, касаемой развития проекта, владеете. И на партнерской программе, я так понимаю, присутствуете не первый раз. Соответственно, тогда я быстро просто пролистаю. Если вы помните слайды нашей презентации, да, то на каждой квалификации у нас было написано распределение дохода по счетам. Так вот, это сейчас просто потеряло свой смысл, потому что у нас будет отсутствовать теперь начисление на акционный счет. Сам по себе он останется, и останется он по той причине, что какого-то количества людей, как бы мы ни говорили, да, чтобы они еще с выгодным дисконтом приобрели на те деньги, которые есть на акционном счете, те пакеты, которые есть на данном этапе, все равно будет какое-то количество, которое пропустит мимо ушей, и деньги так на акционном счете останутся висеть. Вот. Я больше чем уверен, что такие люди будут. Никого не хочу обидеть, но по статистике такое бывает всегда. Их может быть больше, их может быть меньше, но все равно будут те, кто не использует возможность реализовать деньги на акционном счете с выгодным дисконтом. Вот. То есть на всех квалификациях у нас теперь отсутствует формулировка распределения по счетам, и, соответственно, даже на лидере, на мастере, на эксперте, на топ-эксперте, когда мы вам говорили о том, что какой-то процент от заработанных вами денег по маркетинг-плану будет начисляться на акционный счет, теперь этого происходить не будет. Вот. Те, кто был вчера, те, кто, скажем так, слушали информацию раньше, наверняка и слышали Юницкого, многие из вас, когда он говорил, что он не будет все время раздаривать акции, просто так их дарить. Ну, вот сейчас это прекратилось. Да? То есть подарочный счет, на который вам начислялись денежные средства за то, что вы развиваете партнерскую структуру, теперь туда начисляться деньги не будут, но
денежные средства у кого-то там просто будут висеть. И не убирают акционный счет именно потому, что все равно будут те люди, которые через какое-то время возмутятся, как это так, у меня там остались какие-то копейки, я вот не хотел, не использовал, а вы взяли и закрыли акционный счет вообще. Итак, друзья, то есть акционного счета не будет. Вот. Что еще изменилось в партнерской программе? В принципе, да, то, что на этих слайдах тоже нет выражения, что распределение, скажем так, вознаграждение за активную работу в первом поколении распределяется по счетам на бонусные акционные в соответствии с квалификацией. То есть этого тоже нет. Соответственно, послезавтра, завтра мы еще работаем по маркетингу этого этапа, да, вот, послезавтра все это начнет действовать. Ну и вот добавилось еще, скажем так, два пункта в конце презентации. Один я, скажем так, убрал, да, в котором говорилось, что начисления идут на акционный, на бонусный счет. И два добавил, то, что маркетинг-план нашей компании относится к маркетинг-плану мгновенных выплат. И квалификацию, которую вы выполняете, например, сегодня, она сегодня вам и присваивается. Вам не нужно ждать там, месяц, год, неделю там, какую-то, да, как это бывает в маркетинг-планах бинарных, например. То есть начался понедельник, и квалификация выполнена, все равно вам нужно ждать неделю, чтобы вам ее присвоили. По окончании недели там подбиваются итоги и так далее, и так далее. Вот. Огромное количество компаний присваивает квалификацию даже по итогам не одного месяца, а, например, двух, где-то трех, где-то четырех, потому что надо подтверждать этот товарооборот. И в дальнейшем, если вам присвоили следующую квалификацию, вы выросли, да, квалификация, не дай бог, что вы сделаете меньший товарооборот, который положен для вашей квалификации, потому что вы тут же слетите с нее на меньшую, и процент у вас уменьшит. У нас такого нет. Ну и что хотелось бы сказать, коллеги. Все ли из вас, кстати, знают уже новые дисконты? Если есть те, кто нет, знают, да? Поставьте честно, минус просто. Мы тут никого, скажем так, не гоняем палками, не пытаемся вычислить, кто там, скажем так, двоечник, кто отличник, потому что, в принципе, все знать невозможно. И я думаю, что далеко не все сидят целыми днями в личном кабинете партнеров компании, да, и ждут, когда там будут происходить какие-то изменения. Да, таблицу, которую раскидали в чаты, лично сам ее делал, вот, для вебинара, который состоялся в субботу. Я говорю вот об этих табличках. Да, то есть это как будут изменяться дисконты на рассрочках. Здесь, кстати, есть маленький, скажем так, косячок, да, потому что после того, как прошел вебинар, после того, как прошла, как это называют, телемост, да, я вам сейчас покажу просто, где будет дисконт меньше. То есть дисконт на пакете, который стоит 5000, да, вот здесь, разовый платеж, он будет не 125, а 120. Точнее, я в рассрочку ввел, да. Рассрочка будет 115, вот. А дисконт на пакете 5000, который вот здесь нарисован, 130, он будет 120. Соответственно, начисления за 5000 пакет будут не 650, а 600 тысяч. Сейчас 825, да, то есть разница в 225 единиц. 225 тысяч долларов фактически. Вот этот день, завтрашний, для кого-то может решить, скажем так, ну, по сути дела, четверть этого пакета, да, который сейчас у нас есть, 825, будет уменьшен до 600. И рассрочка будет здесь не 625, а будет 575 тысяч. Сейчас это 800 тысяч. Соответственно, тоже 225 тысяч долей. Это очень много. Вот как бы сейчас это трудно ощутить, да, и я просто знаю, общаясь с некоторыми людьми, говорю, что, ну, знаешь, у нас вот очередной этап. Мы переходим на очередной этап и снова снижение дисконта. Как ты смотришь на то, чтобы все-таки стать совладельцем пакета долей? Да, для меня там 20 тысяч, там 50 тысяч долларов, они ничего не знают. Я говорю, так дай мне сейчас. Если для тебя это немного. Не дают, кстати. Вот. И где-то там начинает шифроваться, да, когда это просто конкретно в лоб говорю, слушай, ну, раз ты такой крутой и богатый, если для тебя, скажем так, за 1000 долларов, например, сейчас 115 у нас тысяч долей, да, а вот будет 90, например. Точнее, сейчас мы с вами посмотрим, видите, здесь, да, пакеты есть. 90 тысяч у нас будет за платеж 1000 долларов, а сейчас 115 первый. Вот. Мало того, если человек делает дважды, скажем так, проплату 2 по 500, там 125 дисконтов, соответственно, 35 тысяч долларов потенциально. Человек может потерять, если он сделает инвестицию у нас, начиная с 10 этапа. Ну, такой будет. Будут те, кто будут терять. Соответственно, таблица сравнительная просто классических наших пакетов, которые у нас находятся внутри личного кабинета. Таблица, да? Стандартные мы называем пакеты. Не рассрочки, не какие-то там с какими-то крутыми названиями. А то, что, кстати, с нами шагало, начиная там с 2014 года,
Да, правда, там минимальный пакет был 100 фунтов, мы сейчас с вами это видим. Вот. Но просто вот давайте обратим внимание на то, что, вот, что у нас предлагается сейчас, да, там за пакет, например, стоимостью на то время, давайте так, 350 долларов, это примерно, нет, примерно к 100 фунтам не будет близко, к 200 фунтам не будет близко. Хотя почему нет? То есть вот обратим внимание, сейчас запомним с вами следующие цифры. Да, то есть пакет, или можно на 1000, в принципе, покрутиться. Угу. Давайте вот 1000 долларов подведем. То есть у нас сейчас на 10 этапе будет дисконт 90 на 1000 долларов, а будет 115. То есть это сейчас четко видно. Соответственно, это 90 тысяч долларов и 115 тысяч долларов, да, разница потенциальная. Количество долей и прочее. Извините, что-то меня сегодня немножко подхлобашивает. Позавчера горло болело, а сегодня разошлось вверх-вниз. Кашель, насморк. А теперь, коллеги, я хотел вам, обещал, да, то есть, есть сейчас в комнате те, кто видели в чатах партнерских, один из пунктов, это маленький экскурс в историю смены дисконтов и так далее. Есть такие, просто плюс. Достаточно будет. Возможно, даже сейчас в комнате есть те люди, которые этих дисконтов и видеть в принципе не могли, потому что инвестировали гораздо позже. Никто не ставит плюс. То есть все пришли, скажем так, в вебинарную комнату, не видя информации в партнерских чатах. Правильно, да? Я так понимаю? Ладно. Хорошо. Итак, друзья, я, наверное, начну с момента, который важен, наверное, для меня. Вот таблица, да, которая свидетельствует о том, что было в августе месяце 2014 года. Я пришел сотрудничать, пришел работать в компанию 22 июля 2014 года после мероприятия в Москве. И мы здесь с вами можем видеть, да, что на пакете в 100 фунтов, вот, а 100 фунтов это, по сути дела, 500 фунтов, например, да, 500 фунтов, ну там был коэффициент 1,8 к доллару. Мы с вами говорили про 1000 долларов. Вот если мы сейчас 500 фунтов, которые вы здесь видите, видите 500 фунтов? Сейчас я вам введу. Пакет стоимостью 500 фунтов, вот. Он находится у нас вот здесь. Потому что тогда мы работали в фунтах, да? Пакет стоимостью 500 фунтов вам давал 165 тысяч долей компании. 165 тысяч долей. Да? Но вы помните, у нас происходил переход, когда Юницкий обещал, что владельцы пакетов долей, которые купили там до момента, скажем так, перерегистрации компании на BVI и так далее, это еще нужно умножить на 2,95. Соответственно, получается 486 750 долей компании. 486 750. Вот. И ориентировочно 500 фунтов, да, как я вам сказал, это где-то там, ну, 800 долларов, не 1000. Но тем не менее, если мы примерно приравняем, разделим на 1000, у нас получится дисконт не 115, да, который сейчас, а 486. Ни много, ни мало. Давайте немножко откатимся вниз, пусть это будет, если 800 долларов, ну 450. Выгодно было тогда покупать колени? Вот ответьте на вопрос. Это конец второго этапа. Вот. Это таблица с июля-августа 2014 года. То есть я вот чему это хотел показать, вот если были люди новые, да, то есть они увидели, насколько поменялся, скажем так. Если мы 486 просто разделим на 115, это больше, чем в 4 раза. Более чем в 4 раза за 2 года, да, сменился дисконт. Вот. И те люди, которые покупали за эти же деньги в 2014 году, в 4 раза получают больше, чем сейчас на 9 этапе. Я не говорю про 8, ой, про 10. Потому что если на 8, на 10 этапе, то нам бы нужно было делить не на 115, а на 90. А это было бы почти 6 раз. Так, 5,5. Вот. Это второй этап. Кстати, есть те из вас, кто помнит, как заканчивался второй этап?
Вот это не могу сказать. Я думаю, что этот вопрос мы зададим руководству, да? Итак, коллеги, это второй этап развития. Вот. То, что было, да? Я закрою, с вашего позволения, те дисконты, которые у нас сейчас. Я думаю, многие из вас видели эту табличку. Вот. Но сейчас хотел бы показать. Так. Один момент. Вот, а это то, что произошло на третьем этапе. Когда мы перешли с дисконта второго этапа на третий, это было после 20 августа. У нас, кстати, было изменение еще дисконта на третьем этапе с 20 октября. Произошло следующее, то есть у нас убрали на время мелкие пакеты. И, кстати, на третьем этапе как бы дисконт, пакеты сами стали не 100 фунтов, например, там не 200, да, вот, а 150 и так далее, и так далее. И вот пакет 550 фунтов на третьем этапе, да, вот он где-то близок к 1000 долларам. Вот опять же, за 550 фунтов можно было купить 165 тысяч долей. Вот. 165 умножаем на 2,95. То есть фактически эта цифра осталась, да? То есть на 550 фунтов. Единственное, у нас рос фунт по отношению к рублю. Соответственно, в рублях немножко, скажем так, это дело начинало расти. Это третий этап, коллеги, да, то есть опять же соотношение 486 к 90 на 1000 долларов, да, это 5,4 раза. На третьем этапе было выгоднее покупать, чем это будет сейчас на 10 этапе. Вот. Кому интересно посмотреть четвертый этап, пятый этап, шестой? Есть среди вас такие? Потому что у меня все это в архиве сохранилось, я делал презентации. На каждом этапе, да, перехода там с этапа на этап, вот, я делаю эти таблицы. Вот четвертый этап, друзья. То есть четвертый этап, причем это четвертый этап, ознаменовался вот таблицей уже после перехода нас на долларовый эквивалент. И у нас тогда в конце четвертого этапа действовал пакет 10 долларов. И вот пакет 1000 уже на четвертом этапе, вы видите, да, дисконт был 280. Соответственно, 280 тысяч. Но все равно, если мы 280 разделим на 90, это получится там, у нас в 3 раза выгоднее было покупать на четвертом этапе, чем сейчас, чем то, что будет на 10. Вот. Дисконт пятого этапа. На начало, кстати, если вы помните, у нас пятый этап был чем интересен? То, что во время пятого этапа у нас были подэтапы. И начиналось это с того, что дисконт на минимальном пакете за 15 долларов уже был 60. А вы помните сейчас, который был на девятом, да? 25. То есть 2,5 раза дисконт был на минимальном пакете выше, чем сейчас. Пакет 1000 долларов приносил вам 250 тысяч долей. Вот. Сейчас 115 будет 90. Опять же, если мы посмотрим, в 2,6 раза было выгоднее покупать 1000 долларов пакет тогда. Это, кстати, еще этапы, когда у нас не было рассрочек. Потому что, если не ошибаюсь, в конце пятого этапа, да, была объявлена информация о том, что у нас будет возможность приобретать пакеты долей компании в рассрочку. Вот. Но на данном этапе, на данном мероприятии, точнее, которое я провожу, я не стал делать выборку по рассрочкам, которые у нас были когда-то и так далее. Конечно, самые выгодные были первые рассрочки. Вот здесь уже написали информацию о том, что дисконт 1 к 600, сохранится он или нет. Да? Так вот, дисконт 1 к 600, так, пятый этап, вот у нас шестой этап. То, что было на шестом этапе, кстати, как раз окончание пятого этапа. Дисконт на минимальном пакете был 53, и за 1000 долларов у нас можно было купить уже только 1200, ой, только 200 тысяч, то есть один там. Опять же, мы вернемся с шестого этапа по девятый, то есть дисконт снизился фактически в 2 раза почти, да, с 200 до 115. Потому что на седьмом этапе он там был, по-моему, если не ошибаюсь, порядка 170, потом он стал 150 и потом он стал 115 на 1000. Потому что пакеты на транс, если не ошибаюсь, на восьмом этапе у нас был 151 платеж, 200 и 250. 600 тысяч долей, сейчас было 465. Сейчас пакеты на транс будет 90. По-моему, 105 и 115, да, или 120, я сейчас точно не скажу. Но, в принципе, мы это с вами можем потом посмотреть на файле.
То есть то, что было у нас на шестом этапе. Максимальный дисконт шестого этапа был 500, а сейчас, кстати, максимальный дисконт на максимальном пакете, который у нас с вами был, был всего 225, а будет 175. То есть, соответственно, 175 по отношению к шестому, да, этапу, это 3 раза соотношение. Я уже не говорю про максимальный пакет, который был на втором, во сколько раз, скажем так, уменьшился дисконт. А тогда он был, если не ошибаюсь, 1500. Если не больше. А, 1000 было на втором этапе. 1500 было, скажем так, в начале второго этапа. Вот такая история, коллеги. Да, это все, в принципе, проходило, как говорится, через эту голову. Это все проходило, скажем так, на практике. Вот. И сейчас реально осознаешь, вот некоторые говорят, ну чего вы там достигли и так далее, и так далее. Еще без выхода, скажем так, группы компаний Skyway на международный рынок транспорта, да, мы с вами видим, во сколько раз выросла стоимость долей в процессе сотрудничества с компанией. Благодаря тому, что вы помогали нам развивать бизнес по партнерской программе, да, привлекали новых инвесторов, мы сейчас построили то, что построили. Вы знаете, сейчас идут сертификационные работы на территории технопарка. Вот. И я, например, не берусь там судить, либо там предполагать, что 10-й этап будет каким-то затяжным. Он может быть очень коротким. Это, кстати, вероятность этого тоже очень высокая, потому что инвестиции крупные начинают приходить в нашу компанию. Соответственно, скажем так, суммы, которые нам нужны на выполнение работ, которые у нас прописаны по этапам, а мы именно к ним привязываемся, да, то есть реализация там какого-то количества долей и привлечение определенной суммы денег, которая была просчитана на работы, которые нужно выполнить, там, на путевую структуру, на какие-то станки там и на все-все-все остальное. Начиная с технической документации, заканчивая уже конкретным оборудованием. Вот. Поэтому те дисконты, кстати, которые у нас начинают действовать сейчас, на 10-м этапе, да, то есть это тоже надо успеть ухватиться, как говорится, потому что 10-й этап может быть очень непродолжительным. Соответственно, вот то, что мы с вами видим сейчас, то, что у нас будет действовать справа на синем фоне, да, то, что вы справа видите, вот это тоже может быть недолго, соответственно, те люди, которым вы будете рассказывать и будут долго чесать череп, там, я не знаю, правой ногой, левой ногой за ухом у себя, знаете, как сидят на пятой точке некоторые животные и чешут у себя за ушами. Вот. Потом им, может быть, придется кусать себя за колени с обратной стороны, потому что они могут просто, опять же, долго думая, потерять выгодный дисконт. Сейчас выгодный дисконт, который есть, конец 9-го этапа, это вот на зеленом фоне, но действие этого этапа, там уже буквально... Сейчас 17:30, один день и 6 часов, да? 6 часов 30 минут. То, что у нас с вами осталось. Вот такая информация, друзья. То есть, в принципе, если вам интересно, как развивалась, да, история компании, таблички, хотите, я вам сейчас тоже дам, как вчера, доступ, ставлю галочку «Разрешить участникам загрузку своих ресурсов». Вы можете нажать на кнопочку, которая обозначает папочку, которая открывается, да, ресурс. Ну и закачать себе те файлы, которые посчитаете нужными. Есть ли какие-то вопросы ко мне, кроме дисконта от 1 к 600? Потому что вот информация о том, что этот дисконт отменят, нет. И Светлана написала, что как бы 1 к 600 сохраняется. То есть компания, скажем так, держит свое лицо, обещание, которое она дала в конце, ну, в середине декабря месяца, да? Вот, потому что закончился дисконт 1 к 600 17 декабря 2015 года. Потом дисконт начал снижаться, 2 дня он был 550, потом 2 дня он был 500, потом 2 дня он был 450. И так мы дошли к Новому году, последние 2 дня, 30-31 декабря, он был 250 на тех пакетах 4, которые тогда шли с дисконтом 1600. И те, кто тогда купил 1600, по дисконту 1600 пакета, да, они могут продолжать дальше выплачивать рассрочку, кто-то быстрее выплачивает, у кого-то деньги есть, скажем так, погасить ее сейчас и взять себе новую. Одно условие, которое сохранялось всегда, если вы взяли, у нас были пакеты тогда 1650, 150, 25, 50, 100 и 250 долларов. То есть, если вы брали тогда 1600 рассрочку, например, 100 долларов, соответственно, у вас возможность сохраняется себе взять рассрочку 1600, только ту, которая за 100, либо за 250. Если вы брали тогда рассрочку 1.25, точнее 25 долларов, да? Соответственно, вы можете себе выбрать там 50 долларов, 100 долларов рассрочку, 250 долларов рассрочку. То есть для вас это
лимиты действуют. Один из 600 продолжает работать. Мне новость сообщил буквально полчаса назад Кирилл Бадулин, кстати. Есть те из вас, кто слышал информацию от меня о том, что в Москве будет проходить мероприятие 27-28 сентября. Называется оно интеллектуальная там, транспортная система, ИТС, кстати. Может быть, это взято даже где-то калькой. Помните, был 23-й международный конгресс интеллектуальных транспортных систем, который проходил в Мельбурне. В Москве это второе мероприятие под названием интеллектуальная транспортная система, то есть ИТС. Вот. И мне написал Кирилл Бадулин, что он сейчас готовил презентацию, и наш стенд должен посетить министр транспорта Российской Федерации. Он уже был на нашем стенде, вы помните, да, на выставке «Транспорт России 2016». Ровно год назад, только в декабре. Да, сейчас у нас октябрь, ой, сентябрь точнее. Тогда выставка была в декабре, и она проходила в гостином дворе возле Красной площади. Сейчас это будет президент-отель. Единственное отличие, эту выставку могли посещать просто люди, скажем так, ну, как мы называем, простые посетители, интересующиеся, там, да, болеющие душой, просто которым хочется походить по какой-нибудь выставке, возможно, пособирать ручки, пакеты там и так далее, пощелкать клювом, как мы говорим, ну, есть время свободное. То здесь, как бы, доступа свободного людей в президент-отель, в принципе, я вот, например, не нашел, и Кирилл мне не ответил, что люди смогут посещать данное мероприятие. Он мне написал, что попросил, чтобы мы взяли какое-либо устройство, позволяющее фотографировать и записывать на видео. У нас есть, скажем так, и камера, и фотоаппарат. Ну и, возможно, посещение министра транспорта нашего павильона у меня получится записать на видео. Соответственно, в новостях по максимуму данной форумы мы постараемся вам отразить, что там было, кто приходил, о чем шла речь. Возьму с собой тетрадку, буду стенографировать, кто там приходил, что рассказывал. Получится, буду включать свой смартфон, как диктофон, да, и... То, что говорят люди, потом сбрасывают нашим людям, нашим сотрудникам, которые делают видеоролики и так далее. И что-то они с этим сделают. Какие есть вопросы ко мне, коллеги? Завтра у меня в 18 часов будет презентация компании Skyway Capital. Не думаю, что она займет много времени. То есть мы с вами сможем поговорить по новостям. Да? Я смогу на завтрашнем вебинаре, возможно, озвучить какие-то новости, потому что завтра последний день. Действие дисконта 9 этапа. Вот. По поводу головной сейчас не могу сказать. Вы видите, да, у меня партнерская программа компании Skyway Capital. Но в головной многие пакеты, скажем так, тоже остаются. Фактически ничего не исчезает. Только меняется дисконт. Вот. Там есть пакеты под названием «Успех». Вы знаете, да? С деревьями. Но если вы по головной спросили, сейчас я попробую посмотреть. Нам как бы не всю информацию прислали, касаемо смены дисконта в головной. Тем не менее, кое-что у меня есть. Так, головная, да? Ну вот я вижу, что в головной... Рассрочка остается. Крупная рассрочка остается точно. Там, где 500 там долларов, 1000, 2500 и 5000. Да? Вот. Дальше. И на трансе все у них есть, он остается. Потом. Ответственные, стабильные, доступные пакеты, которые есть в РСВ. Это тоже, если не ошибаюсь, я вижу, это рассрочка, да? 50 долларов, 100 долларов и 250 долларов, она остается с двойным первым платежом. Поэтому в РСВ рассрочка остается. Вот такая информация, коллеги. Итак, друзья, если нет вопросов каких-то, тогда давайте, наверное, будем заканчивать наш вебинар сегодняшний. Да, спасибо за то, что были. Было ровно, скажем так, в три раза фактически меньше людей, чем вчера. Вот, практику разбрасывания информации по партнерским чатам касаемо мероприятий, не знаю, будем ли мы ее закреплять или нет, потому что есть определенные сложности, как бы техподдержка не совсем согласна с тем, чтобы данные там об одном вебинаре в день выбрасывали из чата, потому что кто-то есть, кто бухтит и говорит, что вот зачем вы сбрасываете нам эту информацию, ну, мол, никому это не надо и так далее, лучше бы что-нибудь полезное. Поэтому будем думать, будем ли мы эту информацию сбрасывать.
Спасибо большое. Ну, как бы не то, чтобы совсем заболел, но есть небольшое ощущение недомогания, но я думаю, оно быстро пройдет. Так что насчет здоровья, я думаю, мы разберемся быстро. Всем отличного настроения на конец этапа, да? Всем здоровья, любви, денег и до новых встреч. Завтра я на презентации жду вас, жду новых партнеров потенциальных ваших, да? Если будет о чем поговорить, поговорим.